дорогие друзья, из прекрасного солнечного Махмутлара. Посмотрите, какая у нас здесь красота, море, солнце. И один, наверное, из лучших пляжей в Махмутларе, где нет плит. Пляж находится в самом центре города, прям перпендикулярно часам. Вход просто потрясающий, песок плавный. Поэтому даже в Махмутларе, несмотря на то, что пишет, что здесь много плит, и вы можете увидеть информацию про Махмутлар, что здесь большое количество плит, в Махмутларе очень много пляжей, а точнее на протяжении всего вот этого длинного пляжа, где есть и плиты, камни, но и где есть вот такие вот потрясающие плавные входы в море и песок. Поэтому я вам всегда говорю о том, что приезжайте, смотрите сами и выбирайте то место, которое вам будет по душе. Вот этот пляж просто потрясающий. Мне он очень-очень нравится. Ну а сегодня мы с вами приехали в Махмутлар для того, чтобы посетить несколько объектов. И одновременно с этим я хочу и показать вам эти квартиры, потому что очень много комментариев по поводу приобретения недвижимости в Турции, по поводу Махмутлара, поэтому покажу вам квартиры одного из самых лучших застройщиков. Как вы видите, погода в феврале стоит просто потрясающая, море, солнце, красота! Махмутлар – это один из самых популярных туристических районов Алании. Здесь проживает большое количество иностранцев. И за все время, скажем так, существования Махмутлара, то, что касается недвижимости, квартиры здесь приобрели уже около 10 тысяч россиян. А если говорить о цифре иностранцев, которые здесь приобрели недвижимость, то эта цифра заходит уже за 35 тысяч человек. В Махмутларе также очень широкая, красивая набережная. Здесь есть фонтаны, лавочки. Ну и, конечно же, можно кататься на велосипедах, роликах, заниматься спортом и просто гулять и наслаждаться вот такой вот красотой. Виды здесь открываются просто невероятные. А какие закаты! Каждый день разные. Море каждый день настолько разное и красивое, что не перестану повторять то, что любоваться вот этой красотой можно вечно и бесконечно. Мы находимся в одном из комплексов, который построен в Махмутларе, в
каждом доме 2 лифта. И сейчас я вам покажу квартиру 2 плюс 1. В подъезде мраморные полы. Стены отделаны белой краской. Входная дверь выглядит вот таким вот образом. Очень интересный у нее дизайн. Когда мы входим в квартиру, здесь есть небольшой коридорчик, куда можно поставить шкаф, чтобы хранить вещи и обувь. И также отдельная кухня. Плюсом этой квартиры является большая, красивая, отдельная кухня вот с такими вот панорамными окнами. Многие из вас, конечно же, знают, что квартиры в Турции продаются с отделкой и одновременно с сантехникой. И даже возможно купить квартиру с бытовой техникой и с мебелью. Вторая комната – это небольшая спальня. Также большие панорамные окна и выход на балкон. Это квартира 2 плюс 1, что означает две спальные комнаты, гостиная и отдельная кухня. В гостиной угловая гостиная, и в гостиной также большие панорамные окна и выход на балкон. В этой квартире два санузла. Один находится в спальной комнате. Квартира выходит на солнечную сторону. И, например, из спальни открывается вот такой вот вид на горы. Квартира площадью 125 квадратных метров. Находится на 10 этаже для тех, кто любит виды из окон и простор. В этом комплексе также есть бассейн, открытый, закрытый, сауна, хамам. К сожалению, из-за пандемии бассейн закрыт. Здесь есть тренажерный зал, ресторан и вот такой вот красивый подъезд, вход в здание. Тренажерный зал находится с той стороны. И мы выходим из дома. Вот так вот выглядит подъезд, если вы приобретете квартиру в этом доме. И здесь также есть парковка. В первом блоке расположены квартиры 4 плюс 1, 5 плюс 1. И сейчас их мы с вами тоже посмотрим. Подъезд здесь выглядит вот таким вот образом. Зона для отдыха. И на первом этаже расположена также детская комната, спортивный зал и различные дополнительные приятности, как сауна, хамам, массажные комнаты и так далее. В общем, можно, не выходя из дома, заниматься спортом. Есть настольный теннис. Поскольку дом построен совсем недавно, здесь еще не все обустроено. В зоне спа есть сауны, огромное джакузи. И здесь уже несколько квартир заселено. В общем, вот такая вот большая, огромная зона отдыха. Здесь души, комнаты для переодевания. И здесь также зона отдыха. На территории этого блока также есть детская площадка и большая парковка. Теперь идем наверх смотреть квартиры. Мы поднялись на 14 этаж. Здесь находятся дуплексы, и вход в дуплексы сверху, сразу со второго этажа.
На верхнем этаже находится 5 комнат и 2 ванные. Одна ванная общая, а одна ванная комната находится как раз вот в этой спальне, в одной из спален. И в этом дуплексе идет балкон по всему периметру этой квартиры. Еще одна спальня. Здесь также спальня. И с этой стороны балкон, на который можно выйти из 2 спален. Вот так вот выглядит самый верхний этаж. Солнечная сторона. Можно поставить лежаки и загорать. Сейчас спустимся вниз. Внизу находится кухня и большая гостиная. Кухня здесь совмещена с гостиной. Также можно зайти в квартиру и с этого этажа. И есть ванная комната. Ну и, конечно же, балкон. Квартира 2 плюс 1 с очень большой гостиной, которая также совмещена с кухней. И из гостиной есть 2 выхода в коридор. Одна спальня поменьше и другая спальня побольше с санузлом. В этой спальне также есть выход на балкон. Санузел уже с сантехникой, с душевой кабиной, раковиной, туалетом. Можно заезжать и жить. Очень приятные цвета здесь использованы, такие нейтральные, серые, белые, черные графичные цвета. Поэтому очень комфортно для того, чтобы поставить мебель, предметы декора такие, которые вам нравятся. Еще одна квартира 4 плюс 1. Сразу направо у нас кухня. Здесь кухня отдельная, которая выходит на балкон. Ванная комната с душевой кабинкой, туалетом, раковиной. Здесь есть 3 спальни и 1 гостиная. Все спальни также выходят на балкон. Вот это вот гостиная. И гостиная это угловая гостиная с панорамными большими окнами. И есть еще 2 спальные комнаты, которые чуть поменьше. Одну из этих комнат можно использовать как кабинет или комнату для хобби. И в этой спальне также есть туалет и душ. Многие из вас хотят инвестировать или купить не только жилую недвижимость, но и сделать инвестиции в какие-либо проекты. Строительный объект находится совсем недалеко от новой объездной дороги и городской больницы Алании. Вот именно здесь будет построено новое офисное здание, в котором будет
34 офиса площадью от 100 до 600 метров квадратных. Стартовая цена офисов от 150 тысяч евро и приблизительная доходность от такого офиса в месяц от 6-7 тысяч лир. Поэтому, друзья, если кто-то из вас хочет инвестировать в офисное помещение и получать с этого доход, это один из лучших проектов в Алании на данный момент. Как вы видите, строительство начато совершенно недавно и будет закончено примерно через год. С той стороны находится новая объездная дорога, а городская больница совсем рядом находится с той стороны. Еще одно вот такое вот универсальное предложение для вас. Если вам интересно, пишите мне на WhatsApp. Телефон мой есть в комментариях, в описании ко всем видео. А сейчас едем еще на один проект, строительство которого началось совсем недавно. Это новый жилой дом с квартирами 1+1. Друзья, наступил следующий день, и мы приехали на новый объект, строительство которого только началось. Посмотрите, какие здесь прекрасные сады. И этот объект расположен примерно в 5 километрах от моря. Под прошлым видео мне многие писали, далеко от моря и так далее. Не всем нужно, не всем хочется находиться близко к морю. Очень многие хотят жить именно вот в такой вот деревенской атмосфере, вблизи гор. А до моря, до пляжа можно доехать на машине. Пляжей здесь огромное количество. Сегодня хотите Афсалар, завтра хотите Газипашу. В общем, выбор просто огромный. Поэтому сегодня покажу вам вот этот объект. Только началось строительство. Здесь будут квартиры 1+1, 2+1. Начинается цена от 35 999 евро. Первый взнос 30% и дальнейшая рассрочка 20 месяцев. В общем, сейчас вам покажу, как здесь все будет устроено. Здесь закладывается первый дом, первый корпус, корпус А. И выглядеть весь комплекс будет вот таким вот образом. Вот эта вот стена, стена вот этого дома, она стоит вот таким вот образом. И за ним будет расположено два остальных блока. Это блок А, блок и блок Б. В блоке А 40 квартир 1+1, 2+1 дуплексы от 45 до 125 квадратных метров. И в блоке Б 32 квартиры, 1+1, 2+1, дуплексы также 45-125. И как я вам говорила, 30% взнос и рассрочка 20%. В чем плюс этого проекта? В том, что на этапе строительства, когда закладывается только фундамент, вы можете свою квартиру обсудить с застройщиком и построить ее таким образом, а также сделать отделку таким образом, как вам будет угодно, как вы захотите. Вот так вот будет выглядеть, вот так вот будет стоять первый корпус, и за ним будут два блока стоять, блок, два блока Б. Далее здесь будет, естественно, все ухожено, дорога, которая соединяется с трассой, поэтому добраться до центра, до каких-то пляжей, магазинов и так далее не будет никаких проблем. В общем, вот такой вот интересный проект. Обратите на него внимание именно для тех, кто хотел на стадии строительства и с вариантом рассрочки оплаты. И еще одно предложение, друзья, для тех, кто хочет инвестировать в готовый бизнес в Турции и в Алании. Это прекрасное предложение. Готовый бизнес. Смотрите видео. И если вас заинтересует инвестиция, обязательно пишите мне на WhatsApp за подробной информацией.
Этот салон один из самых больших на всем побережье, поэтому, если вам интересно, обязательно пишите мне. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, это видео вам было полезно и интересно. Наступил вечер, мы отправляемся за покупками. Ну, а вам добро пожаловать в солнечную Аланию. Всем пока-пока!